Чувашии началась прививочная кампания против гриппа. Одними из первых защитились от вируса сотрудники завода «Промтрактор». Здравствуйте. Сначала обязательно осмотр врача. Специалист должен точно определить, нет ли у человека противопоказаний для прививки. К ним относятся аллергия на определенные компоненты вакцины или какой-либо воспалительный процесс в организме, например, красное горло. Если все в порядке, можно на укол. Галина Степанова старается не пропустить момент, когда медики приезжают прямо на работу. Приятно. Приглашает, мы идем. Каждый год стараюсь. Я меньше болею. В прошлом году вообще не болела гриппом. Страшен не столько сам грипп, сколько его осложнения. В этом эпидемическом сезоне специалисты ожидают несколько штаммов, которые могут привести к пневмонии. Самый эффективный способ защиты – прививка. Иммунитет вырабатывается за 2 недели. Эффективность – 80%. Даже если после прививочного мероприятия человек заболеет, то он будет болеть в более легкой форме. В группе риска относятся дети 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры. Этим категориям граждан врачи рекомендуют привиться в первую очередь.